Вашему вниманию представляется проект закона о внесении изменений в закон края о почетный гражданин Красноярского края. Действующей редакцией закона предусмотрено возмещение расходов из средств краевого бюджета на изготовление и установку надгробий не более 1 миллиона рублей. Мы предлагаем дополнить проект закона в случае смерти почетного гражданина расходов, связанных с его погребением. В размере фактически понесенных затрат, подтвержденных расходов, но не более 50-кратной величины прожиточного минимума, установленной в целом по Красноярскому. А в деньгах на сегодняшний день, ну, если бы такая печальная ситуация у нас случилась, это было бы 670 450 рублей. Порядок возмещения расходов предусматривается постановлением правительства, оно в крае есть, на него придется нам внести изменения. Также ко второму чтению мы будем еще рассматривать возможность компенсации юридическим лицам в случае, если у почетного гражданина не осталось родственников, которые могли бы заняться траурными мероприятиями. Прошу вас поддержать законопроект в первом чтении. Уважаемые коллеги, есть ли вопросы к докладчику? Мне кажется, что очень правильное решение. Все очевидно. Сергей Александрович, прошу от комитета. Комитет поддерживает принятие законопроекта в первом чтении. Действительно, Ирина Леонидовна правильно сказала, ко второму необходимо найти определенные механизмы, чтобы реализовать эту правильную идею.